Единственный, вы мне дали гражданство Беларуси. Я этим очень сильно горжусь и живу. У меня четверо детей. Спасибо. Вы знаете, я всегда удивляюсь, когда начинают разговаривать по поводу войны, там люди напряжены в Гомеле. Да, Гомельская область, Брест, прифронтовые стали. Но это не значит, что к нам кто-то собирается с войной идти. Шальных там хватает. Ну, куда денешься? Война там идет. Поэтому вы не думайте, что я хочу тут развернуть какую-то войну. Мы не думаем. От вас надо только одно. Вот кто должен сегодня сеять, посейте, пожалуйста. Качественно, в срок. Сделайте красиво. Тот, кто должен выпускать где-то там коммунарка, там Спартак, Мазырянин, сладкое, выпускайте сладкое, делайте, продавайте. Надо понимать, что Чернобыльская трагедия, безусловно, оказала сильное воздействие на развитие Беларуси и всего белорусского народа. Понятно, что тема восстановления земель, она стала наиболее актуальной как раз в 90-х годах, когда Беларусь обрела независимость. Мы видели, какие усилия президент прикладывал для того, чтобы эта тема не ушла сама по себе. Мы видели, что были созданы специальные программы, денежные средства выделялись, научные исследования велись, и благодаря вот этим усилиям целенаправленным мы сейчас с полной уверенностью можем сказать, что эти земли, безусловно, обрели определенную возможность для последующего использования, сейчас использования. Понятно, что это значительные инвестиции были, но важно другое в том, что Беларусь приобрела как раз опыт того, как восстанавливать такие территории. И мы знаем, что тема радиационного заражения, она становится предельно актуальна сейчас. Да? Мы видим, что была аналогичная катастрофа фактически в Японии. Мы видим, есть угроза и на территории Украины в результате таких бездумных действий со стороны Запада. И, конечно же, опыт Беларуси будет востребован. Что же касается самого подхода белорусов, то он, наверное, вековой подход, ориентирован на то, что мы должны в первую очередь делать сами свое дело, понимать, для чего мы это делаем. И самое главное, мы, белорусы, привыкли очень глубоко осознавать, что один человек, он неотделим от общества, неотделим от общины, от семьи, и вынужден, с одной стороны, соблюдать нормы и понимать, что он является элементом, который должен привносить что-то, да, делать что-то для общества. Отсюда, естественно, мы можем это масштабировать и говорить, что это касается и трудовых коллективов, это касается и научных институтов, это касается в целом регионов, которые как раз и участвовали в вопросе восстановления этих зараженных земель. Сейчас тема миграции, тема беженцев становится актуальной. И Беларусь, конечно, оказалась как раз на том рубеже, когда мы, с одной стороны, принимали и беженцев, и мигрантов с стран Ближнего Востока, и одновременно, естественно, вынуждены были принимать беженцев славян с территории Украины. Мы должны открыто говорить, что события в Украине — это события не 2022 года. Они начались еще в 2004 году, когда был проведен первый Майдан, когда Запад начал активно стараться оккупировать территорию Украины. И результатом этого всего мы, конечно, видим те события, которые сейчас проходят в Украине. Понятно, что жертвами агрессии со стороны Запада на территории Украины в отношении украинского народа стали сами граждане Украины. И Беларусь, как братская славянская страна,
и народ оказывает как раз поддержку беженцам, мигрантам с территории Украины, поддерживает их, интегрирует в наше общество, предоставляет гражданство. Но мы видим, что в отличие даже от стран Евросоюза, те, кто приезжают и остаются на территории Беларуси, представители Украины, они активно вовлекаются в экономический процесс. Они находят работу, находят себя и, естественно, начинают соблюдать нормы и правила, которые присущи, которые установлены в белорусском обществе. Это главное. Да? Если мы видим, что украинские беженцы на территории Европы что-то требуют от Европы, на пособие, поддержку, ту или иную, и не ориентированы на глубокую интеграцию в экономические процессы, то у нас правила совершенно иные. И это, наверное, сразу все понимают, что в Беларуси надо работать, надо соблюдать эти нормы, соблюдать правила и понимать, что нахлебником просто так в нашем обществе стать нельзя. Мы все это преодолеем. И тот, кто надеется или прогнозировал, что мы рухнем, ничего мы не рухнули. Да, будет непросто. Ну, а когда было просто? Мы выдержим и сделаем все. Даже в микроэлектронике, где мы с вами, наверное, год назад, встречаясь в вашем кабинете, как раз обсуждали, что нам делать. Оказывается, и здесь нашли возможность работать. И ракеты летают, и боевая техника передвигается и у нас, и у вас. Так что все мы преодолеем, надо немножко времени. Как оказалось, если бы не ввели санкции, их надо было все равно ввести. Надо было что-нибудь такое придумать, чтобы мы наконец поняли. Ну, Республика Беларусь, честно признаемся, мы давно стремились к такому выгодному сотрудничеству с Российской Федерацией. То есть мы как бы считали себя полноправными партнерами, союзное государство. Мы ее стремились развивать, это сотрудничество. Да, Российская Федерация нас смотрела как на младшего брата. Мы такие большие, вы такие маленькие, ну, будем сотрудничать. А что сегодня? Вы правильно сказали, мы под санкциями четверть века. И вновь введенные санкции в связи с специальной военной операцией, конечно, очень жестко ударили с новой силой, но уже не с нуля. Мы помним, как очень трудно наши предприятия, машиностроение, ГМАЗ в том числе, тракторный завод, приспосабливались к тому, что происходит. Как они, понимая для себя, что понимали, что вот эта задача, которая в логистике часто ее озвучивают, сделать или купить. То есть, когда ты считаешь, что лучше, просчитываешь издержки, понимаешь, лучше мы сделаем эту деталь или купим. Для нас больше такой задачи нет. Сделать. Как они перестраивались, как они начинали все вплоть до какого-то там, до винтиков, до мельчайших деталей, то, что раньше действительно закупалось, сделать. То есть МАЗ приспособился. Что мы сегодня видим в сотрудничестве с Российской Федерацией, мы им очень нужны, как оказалось. Но что самое главное, мы никогда не отказывали в помощи, а сейчас получилось, что у нас такое созревает взаимовыгодное сотрудничество. Но при этом мы должны четко себя понимать, без гармонизации наших отношений, без единой политики промышленной, без единой политики в любых сферах, медицина, образование, технологии, если у нас не будет единой политики, то мы опять, ну, очень медленно будем продвигаться к чему-то большому. Потому что, ну, допустим, наши предприятия, тот же МАЗ и КАМАЗ, да, мы были всегда конкурентами, по большому счету. А сегодня, да, нам синхронизировать производство невозможно с этим гигантом, безусловно, но при этом мы можем создавать, эти два предприятия и другие предприятия могут создавать, ну, что-то вроде кластеров, каких-то объединений, которые будут друг другу взаимовыгодны и полезны. Мы можем делиться опытом. У нас не уничтожена очень важная составляющая, это фундаментальная наука. Та наука, тот пласт, тот слой, который генерирует идеи, новые идеи, которых может воплощать. У нас действительно, у нас высококвалифицированные специалисты, которых мы не потеряли, и которые продолжают работать. И это все, вот эти знания, умения, навыки, которые мы с удовольствием поделимся. Но у нас должна быть совместная идея и совместное видение. Мы не должны работать. Я на себя, союзник наш, Российская Федерация на себя. Сегодня прошло то время, когда мы могли позволить себе роскошь
мы вот здесь будем рынки осваивать, а вы там. Мы маленькие, вы большие. Нету маленьких и больших. Есть два государства, на которых наложены колоссальные санкции. Два государства, которые пытаются уничтожить. Вне зависимости от того, что Российская Федерация большая, Республика Беларусь маленькая. Мы в одной лодке. И если мы не научимся грести в этой лодке синхронно, ну и одна, и вторая лодка. То есть мы пойдем на дно все вместе, дружно. Если в первые десятилетия после аварии мы боролись в правом смысле за выживание, то в последние годы мы говорим о развитии. Вовлечение в сельхозоборот земель, строительство молочнотоварных, откормочных комплексов, создание эффективных промышленных предприятий. Что-что, но вам обижаться на это нечего. Нет ни одного города у вас более или менее крупного, где бы я не побывал и не запланировал строительство, будь то деревообрабатывающих, перерабатывающих, целлюлозных, нефтеперерабатывающих заводов. Представьте себе, когда в ваш дом входят и говорят, вы уезжаете, а вещи собрать, никаких вещей, вы берете с собой паспорт, а скотина, хозяйство, кошка, собака, вы ничего не берете. Но это война, это военное положение. Людей посадили, увезли. Но это было абсолютно правильное решение. Потому что тогда, несмотря на затраты, а время-то было тяжеленное, и тут людей переселяют семьями, деревнями, городами. Но это спасение человеческих жизней. На это государство положило немалые средства. И это очень ценно. Возможно, кто-то до сих пор этого не понимает. Наверное, когда разговаривают с людьми, которых переселили, есть тоже разные мнения. Кто-то так и не привык и вернулся домой. Мы знаем, что даже территории, на которой вроде бы как жить нельзя, все равно люди там живут и продолжают жить. Ну, трудно бросить нажитое, уехать, из деревни в город переселиться. Но это было абсолютно правильное решение. В то время мы пережили, людей спасли. Главное, что надо было спасти людей, ни о чем тогда другом думать невозможно было. Загрязненные земли, период полураспада этих вредных элементов, надо было ждать. То есть задача была спасти людей. Людей спасали как могли, и действительно, ну, колоссальные средства были затрачены. То есть тогда не смотрело государство ни на какие потери в экономике, в других сферах. Ну вот это было сделано. И что? И мы получаем сегодня определенные плоды. Мы все видим заброшенную, убитую Припять на украинской территории, да, город-призрак. Да, мы прекрасно понимаем, что, так скажем, наши оппоненты, наши недруги рассказывают про то, как там бегают животные с изменившимся ДНК. Да, естественно, это все будет. Огромная территория отдана под уникальный заповедник, который может теперь для всего мира изучать последствия таких трагических событий. И все-таки Чернобыльская катастрофа, ну, можно сказать, это не наша была беда. Мы не строили эту станцию, мы ее не обслуживали. Но 23% именно белорусской территории пострадало. То есть на нас эта беда свалилась, и мы стали с ней бороться практически самостоятельно. Да, уже после создания союзного государства начали реализовываться программы, уже реализовано 5 программ, насколько я помню, 6-я программа до 2025 года рассчитана. И мы видим, как эти программы меняются. Сперва они были тоже настроены тоже на поддержку людей. А сегодня, когда стало понятно, что люди адаптировались, люди, ну, скажем, выжили, и не просто выжили, стали жить, людям надо место, где жить, людям надо работать, людям надо продолжать полноценную жизнь, а не просто существование. И президент последний раз, вот он правильно сказал, что самое страшное, наверное, позади, но успокаиваться. То есть вы можете жить, вы можете трудиться, но не успокаиваться. Государство сделало все, что могло, и продолжает делать. Да? Но очень много сегодня зависит от нас. Вот нам бы показать, какое мы на самом деле гражданское общество. Сейчас нам надо включаться. Потому что ждать, что за нас все сделает государство, ну, оно уже сделало все, что могло. Когда были отменены вот эти выплаты чернобыльских, которых, когда самые чернобыльские называли гробовые, на фоне громадной инфляции, они же были копеечными. И деньги, наоборот, были консолидированы и направлены в организацию таких серьезных программ помощи точечной, такой строительство инфраструктуры, социальная помощь, поддержка, агрогородки. То есть это было тоже правильное решение. Так вот, сегодня гражданское общество должно сплотиться и должно помогать государству. Ну, например, почему не поучаствовать
в таком мероприятии, как добровольно носить дозиметр. Но носим же мы часы и телефоны. А дозиметр, который помогал бы собирать информацию о излучениях, помогал бы в режиме реального времени составлять карту того, что происходит, и вычленять вот эти зоны, потому что мы прекрасно понимаем, что при каких-то сельхозработах вот эта вся зараженные частицы, они же мигрируют, они могут... Вот здесь чисто, а там уже грязно. Это вот недавно, по-моему, приводили пример с Фукусимой, когда наши специалисты помогали японским специалистам, когда они осматривали территорию. Вот они ставят метку «территория чистая», а наш специалист заходит чуть дальше, на детскую площадку, а там фон зашкаливает. Он говорит, ну и как, вот вы, метка стоит чистая, а здесь фон зашкаливает. Давайте менять разметку, давайте будем пересматривать. Вот что сегодня гражданское общество должно понять. Для нас сделали все возможное. Нас поддержали, когда граждане, особенно те, которые пострадали, не знали, куда бежать. Вспомните, какая была паника. Я ребенком была, я это очень хорошо помню. Да, я минчанка, но я помню, какая была паника, как ее скрывали, завуалировали, там пытались нас ничему не обучали. То мы ее пьем, то мы не пьем, то мы бежим, то на улицу мы ходим, то мы не выходим. Паника, никто не знал, что делать. Нам помогли. То есть государство взяло на себя вот заботу о самых страшных моментах. А сегодня мы должны помочь государству. 32 года бежит, а за 30 лет, да. Устранение последствий. И это не предел. Сейчас начинается... Это были затраты, обязательные. А сегодня затраты будут больше. Одно дело переселить людей, да, это построить им новое жилье, но в любом случае это затраты, их можно откуда-то деньги взять, не построить где-то жилье, а построить для нуждающихся. А сегодня это создание новых предприятий, новых рабочих, это инвестиции. Эти инвестиции, более того, можно проинвестировать, их можно вложить, но главное, чтобы они работали. Мы должны себе очень хорошо представлять. В Республике Беларусь – это государство, у которого деньги на голову не сыпятся. У нас нет залежи золота, бриллиантов, изумрудов. Хотя они тоже немногим помогают. Вот страны, которые не могут их, добывать, у которых нет технологий и навыков, тоже не очень-то от них много получают прибыли. Но мы каждую копейку нашего государства мы зарабатываем собственным трудом. У нас все деньги на счету. И мы не можем их просто распылять, а вот не освоили, не получилось. Поэтому здесь будут затраты, очень серьезные затраты. Поэтому я говорю, что общество должно понимать и втягиваться. Уже теперь мы должны помогать государству, но без этого никак. В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь и антитеррористическая, СВО Российской Федерации, операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. И, как я часто говорю, не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно, но угрозы очень серьезные, порой невероятные. Встреча нашего главы государства с руководством российских спецслужб, оно показывает, что самое главное, в том, что мы осознаем весь уровень угроз, который сейчас направлен против Беларуси. Это касается не только военной составляющей. Мы знаем, что активно работают западные спецслужбы, активно вербуют и формируют различные деструктивные террористические подразделения на территории стран Евросоюза, на территории Украины. И, конечно же, противодействовать этому могут не простые военные, а как раз специальные службы, задача которых как раз выявлять такие ячейки, выявлять агентурные сети, полностью контролировать ситуацию и тем самым обеспечивать безопасность общества. Для граждан эта работа не видна, но каждый из нас эту работу очень хорошо ощущает на себе. Она выражается в том, что мы можем спокойно вечером выйти на улицу, наши дети спокойно ходят в школу, и нет угрозы, угроза есть, но уровень безопасности настолько высокий, благодаря как раз плотной работе наших спецслужб, российских спецслужб, которые могут обмениваться информацией, могут быстро реагировать и тем самым пресекать любые попытки раскачать наше общество через проведение любых кампаний
начиная от жестких террористических нападений и в том числе связанных с проведением каких-то информационно-психологических операций против наших граждан. Экономическая блокада не могла удастся. Просто они так это наскоком решили нас взять. Если бы подумали серьезно, они бы это не сделали, потому что экономика в принципе самодостаточна. Не получилось экономически, начали целенаправленно давить в военном отношении. Усиливается риторика о перспективе глобального вооруженного конфликта. В своем послании я открыто и прямо сказал, если будет надо, мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить наше государство и наши народы. И никого мы не шантажируем, так будет. Мы разноуровневые во многом. Единая промышленная политика нам нужна, чтобы двигаться дальше. Одно из самых больных мест – это микроэлектроника. И мы это все прекрасно сегодня понимаем. Что касается микроэлектроники, то у нас более-менее еще такое положение только, наверное, в военпроме. Если мы сегодня не найдем в себе силы и понимание того, что микроэлектроника – это наше все, то мы отстанем навсегда. Мы не можем, мы не имеем права проиграть сегодня битву, борьбу, как хотите это назвать, на поле искусственного интеллекта. Нас обгонят все, кто может, а за этим будущее. Если мы отстанем, мы будем на побегушках у Китая, у Турции, у таких стран, возможно, даже у Индии. Нам нельзя отставать. Понятно, что не нам, нам связки с Российской Федерацией, безусловно, мы малое, открытое, независимое государство, но действительно мы небольшое государство, и мы не сможем потянуть на себе, вот, вытянуть весь прогресс. Вот эта совместная деятельность по созданию импортонезависимости, вот чем импортонезависимость, новое наше слово, так скажем, отличается от импортозамещения. Импортозаместить мы можем что? Ну, то, что мы когда-то ввозили с территории сегодня недружественных государств. Или как бы вот это, да, это мы можем заместить. Мы можем, продукты питания, что у нас очень хорошо получается, сельскохозяйственное производство, за что нас тоже столько ругали, что мы деньги закапываем в землю, что все неправы. А что сегодня? Сегодня Республика Беларусь может предложить очень качественный, что самое главное, востребованный товар в ту же Российскую Федерацию. Вот это мы можем заместить. Легкая промышленность. То есть то, что мы раньше возили, мы можем предложить рынку. А вот импортонезависимость – это рождение нового продукта. Это рождение идеи и ее воплощение. Это цикл с нуля и до конечного завершения. Это деньги. Это колоссальные средства, это колоссальные усилия. И самое главное, вот здесь как раз Российская Федерация, Республика Беларусь, наши стратегические партнеры, которые от нас не отказывались, которые готовы с нами сотрудничать, наше вступление в ШОС. Вот эти все моменты мы должны использовать для того, чтобы достичь вот этой импортной независимости. Причем мы всегда должны помнить, тут независимость не подразумевает, что мы будем такие все отдельные, все в белом и лидерами. Нет, импортная независимость предполагает, что мы будем генераторами идей. Мы не будем плестись в хвосте. Мы сможем предложить миру идеи, которые будут востребованы везде, за которые будут хвататься, и нам помогать их будут воплощать. Вот это импортонезависимость. Это очень сложно, это очень дорого. Но это наше будущее. Без этого мы проиграем. А вот посмотрите, вот эта последняя выставка наших достижений науки, которая получила такой колоссальный резонанс, она прошла по всем городам. Посмотрите, какие идеи у нас сгенерированы. Как работает наша фундаментальная наука. У нас очень сильные научные кадры, у нас огромный научный потенциал. И он будет играть основную роль вот в генерации этих идей. А уже промышленность, уже не конкретные предприятия подхватят и будут ее реализовывать. Наука. Нам ни в коем случае нельзя оставлять науку. Нам надо продолжать ее двигать, вкладывать. Потому что деньги, вложенные в науку, понятно, что такие отложенные доходы, это очень долгосрочные инвестиции. Но это те инвестиции, которые помогут нам достичь успеха. Самое дорогое в мире – это что? Идея. Воплощение – это уже и получение прибыли, если хорошая идея. Оно будет, и оно получится. Не будет идеи, не было бы идеи, так скажем, не было бы айфонов, да? Не было бы. Не было бы идеи, не было бы Теслы. Я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России.
Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям и говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения Беларуси и России и посмотреть, какой нормативно-правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси. В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Агрессия НАТО, агрессия Запада не снижается. А это говорит о чем? О том, что в случае какой-то провокации или какой-то казус белли, когда они смогут начать военные действия против нас, против союзного государства, против Беларуси, будет идти на считанные, наверное, часы. И в этих условиях надо очень оперативно принимать решения в военном вопросе. И для этого, на мой взгляд, как раз и шло согласование вот этих тем. Кто может принимать решения именно о применении сил и средств, которые находятся на территории Беларуси? Как оперативно реагировать на те вызовы, которые будут идти со стороны коллективного Запада в случае, если вдруг они решатся на какую-то провокацию или проведение какой-то военной кампании против Беларуси. Но мы знаем, что президент четко недавно отметил, что никакого нападения не будет. Но почему не будет? Потому что Запад очень прекрасно понимает, что те усилия, которые были сделаны со стороны Беларуси и России по размещению союзной группировки войск на территории Беларуси, готовности разместить тактическое ядерное оружие, стратегическое ядерное оружие, фактически нивелирует все усилия Запада. Понятно, в этих условиях никто нападать не будет, потому что ответная реакция союзного государства будет мгновенной и будет, естественно, настолько сильной, что их политические решения не будут реализованы военной машиной НАТО. Возьмите Японию, 500 программ и планов создают по стране. 500, это, наверное, как минимум то, что мы знаем. То есть у них полное планирование в стране. А на заварсоветское планирование это барахло, рынок все отрегулирует. Американцы отрегулируют. У них есть чем дыры закрывать. Где-то провалились, напечатали на станке, у них вон внутренний государственный долг, по-моему, по 27 триллионов долларов. 27 триллионов долларов. Штампуют, печатают, инфляция на весь мир раскладывается, они за счет этого живут. Да, им это выгоден рынок, свобода. Где-то не хватает, напечатали, отдали. Мы никого никогда не учили. Нас пытались учить. А мы все равно делали так, как считалось хорошо для нашей страны. Мы вас внимательно выслушаем, но у нас есть свое видение. У нас есть социальные обязательства, которые мы никогда не отменяли. У нас есть люди, которые нам доверяют. Ну, давайте представим гипотетическую ситуацию, что государство отказалось от регулирования. Сейчас есть такое расхожее выражение, несколько жаргона, рыночек порешает. Ну, давайте, пусть рынок порешает. И что? Все, государство уходит. Свободная конкуренция. Бизнес начинает работать в условиях конкуренции без регулятора. И что мы видим через некоторое время? Тот бизнес, который сильнее, он постепенно выжимает бизнес, который слабее. У кого есть связи, силы, возможности, рвутся вперед, потому что это же конкуренция, выживает сильнейший. И вот эти сильнейшие двигаются вперед, оставляя за собой сломанные судьбы, разрушенные предприятия. Но он идет вперед, он конкурент. Он достигает высот и становится одним. Он становится монополистом. И что потребитель? Потребитель начинает возмущаться, а я не хочу, а дорого, а покупайте. Я тут единственный. Что даю, то носите, ешьте, на этом ездите. Вот вам. Везде есть органы, которые занимаются регулированием. И очень жестко. Потому что это правильно. Государство должно вмешиваться именно для того, чтобы устанавливать вот эти правила игры на уровне закона. Для того, чтобы потребитель мог всегда обратиться за защитой своих прав. Конкуренция должна быть.
Но конкуренция, вот то, о чем мы уже говорили, она сама собой рынок управлять вот с такой совершенной конкуренцией не сможет. Потому что в любом случае найдется тот, кто сильнее, у кого локти шире, и он уничтожит всех на своем пути. Никто никого жалеть не будет, она на то и конкуренция. Поэтому никому советовать ни в коем случае. У каждого своя голова, свой ум. Но вот то, что у нас никогда не было вот этой олигархии, когда у нас у управления государством, это ротация кадров, кадровый резерв, люди, которые приходили не из семей, не кланов. Это люди, которые там от сахи проделывали свой путь от рядового там рабочего, служащего и уходили во власть. То, что мы строили государство с учетом, так скажем, потребностей всех членов его общества и то, к чему мы сегодня приходим, как раз вот это и является примером того, как государство и рынок могут вполне сосуществовать и даже сотрудничать. Капитализм, рыночные отношения. Но они выбрасывают тех, кто не может по каким-то причинам выпал из нормальной жизни и сам подняться не может, и поддержать его некому. Да, нам тоже сложно, безусловно, и у нас много тех, кто и тут плохо, и зарплата маленькая, и вот здесь, и хорошо бы, чтобы было еще лучше. Но, тем не менее, практически каждый у нас может рассчитывать на поддержку. Он четко понимает, что достижение пенсионного возраста, он будет получать пенсию. Возможно, небольшую, возможно, там будут какие-то, но она будет, эта пенсия. Вы можете рассчитывать. Вы можете, вам могут оказать поддержку бесплатная медицина. Да, мы ее тоже ругаем, но мы же не можем не ругать. Но она есть, плохая, хорошая, она есть. Вы всегда можете обратиться, вам приедет скорая помощь, вам окажут первую помощь. И вам не придется выплачивать за это колоссальные деньги, вы не будете мучиться от каких-то там серьезных проблем. Да, чем выше у вас благосостояние, вы можете уже выбрать центр подороже, и врача по высшей квалификации, безусловно. Но какие-то обязательные стандарты, они у нас есть. Наши детские сады, наши школы. Еще раз говорю, мы можем ругать, мы постоянно все ругаем. Мы такой, ну, народ, мы всегда всем недовольны. Возможно, это хорошо, такой драйвер роста. Раз недовольны, значит, давайте делать так, чтобы было лучше. Но у нас есть база. И это очень важно. Мой визит в Югославию в это тяжелое время может, ну, хоть на какие-то миллиметры, хоть немного приблизить ту проблему, которая там сложилась, и те тяжелые события, которые там разворачиваются, к какой-то развязке. Цель – это обязательное мирное урегулирование этой проблемы. Я не хотел это говорить сейчас, думаю, это после можно было сказать, но скажу следующее. Пока что еще много политиканства в этой проблеме. Кто миротворцем будет, кто какую внесет лепту в это. Я думаю, если бы нежелательный с точки зрения Запада миротворец предложил самый идеальный выход из существующего положения, я не думаю, что Западом это бы воспринято было немедленно и на ура. Вот тут я, к сожалению, в очередной раз увидел уже на международном уровне, какая все-таки грязная эта политика. И те люди, кто ее делает. В те тяжелые годы конца 90-х годов мы видели, как разрушались государства целенаправленные, которые остались один на один с натовской машиной. А Советского Союза нету, организации Варшавского договора нету. Естественно, НАТО стало перемалывать те страны, которые, тех лидеров, которые выступали за суверенитет своего государства, за суверенитет своего народа. И мы видели, что делали силы НАТО, как бесчинствовали они. И в этих условиях, естественно, многие страны, многие политические лидеры просто отошли в сторону. Ну, если бьют, знаете, как в драке, бьют, ну, отойди в сторону, постой, тебя не заденут. Так вот наш президент не побоялся, он поехал именно в гущу событий, фактически там, где били братьев сербов, и смог тем самым, понятно, что не какими-то
сдерживающими усилиями в виде переброски туда белорусского контингента, но именно морально, идеологически поддержать сербов в тот сложный период. Возможно, президент очень четко понимал, что в последующем Беларусь в том числе столкнется с этой агрессией, и нам придется вплотную воевать с коллективным Западом, точно так же, как это делала Югославия. Да? Но для этого нам надо был опыт, понимание того, что делает коллективный Запад с суверенными государствами и как правильно выстраивать работу госведомств, силовых структур, военной составляющей для того, чтобы НАТО ни при каких обстоятельствах не смогло раскачать Беларусь и привести к некому хаосу на нашей территории. Политика НАТО — это политика, идеологически подкреплена, наверное, сутью самих англосаксов. Да, это англосаксы — это кто фактически? Флибустьеры, пираты. А что в основе пиратства является? Да, это ложь, обман, мошенничество, давление, устрашение. И вот эта вся идеология пиратства, она плавно перешла в идеологию НАТО, идеологию работы политического истеблишмента, коллективного Запада. И поэтому, конечно же, они с тобой договариваются и сразу за спиной держат кинжал для того, чтобы тебя же и им убить. Поэтому, конечно же, сейчас весь мир, мы видим усилия России, усилия Китая, ориентированные на что? На то, чтобы сдержать вот эту необузданную гегемонию со стороны коллективного Запада. Он, Запад, намеревается жить и дальше за счет других, распространяя доллары, распространяя угрозу применения военной силы против суверенных государств и через страх, через манипуляции, через обман в виде распространения вот этих пустых долларов, они пытаются жить хорошо, в первую очередь, сами, для себя. Но, естественно, весь мир сейчас понимает, что такая модель, она не устраивает. И мы должны понимать, что если мир на этом этапе согласится с Западом, ну, согласится, я имею в виду, в кавычках согласится, да, то есть его принудят к согласию, то, конечно же, мы потеряем свою независимость, потеряем свободу и станем рабами. И про это как раз президент в рамках своего послания и сказал, что у нас два пути. Либо мы боремся и сохраняем свой суверенитет, либо мы становимся под плетку и снова становимся рабами. Естественно, белорусский народ, я думаю, выберет первое. Да, для нас важно сохранить суверенитет, независимость нашей республики и дальше развиваться самостоятельно, без какого-то указания с Лондона или с Вашингтона. Мы делаем очень большую ставку на сотрудничестве с Россией на промышленную сферу. Знаю, что между белорусским Минпромом и КАМАЗом достигнуты договоренности об углублении кооперации по производству различных автокомпонентов, узлов, агрегатов, микроэлектроники. Надо быстрее просто это делать, надо ускоряться, время нас заставляет ускоряться. На новый уровень выходим. Сегодня все поменялось. Теперь к нам приезжают, и посмотрите, с какими регионами последние встречи были. Это регионы, которые как раз-таки Российская Федерация развивала как кластеры. Это та же Калуга, да, либо Татарстан. Это регионы, в которых было сосредоточено не просто, не только машиностроение, огромное количество предприятий, которые должны были стать инновационными, они должны были работать именно в русле инноваций. Но случились санкции. И так как эти предприятия, эти кластеры были заточены все-таки на создание совместных предприятий с ныне недружественными странами, то очень многое развалилось. Наша поддержка, то, что мы уже, наш опыт преодоления санкций поможет и им развиваться заново, но только в кооперации. Мы, наверное, не сможем, еще раз говорю, синхронизировать полностью деятельность предприятий. Мы достаточно разные по объему и по там, уровню развития, но вот эта кластерная система, какие-то отдельные узлы, компоненты, нам это вполне по силам. Я всегда
с большим волнением или пролетаю из длительных командировок с Востока, или же приезжаю сюда с трепетом и волнением с воздуха или с земли смотрю на эту добрую землю. Вы для меня люди особые, вы это знаете. Именно с ваших родителей, все когда-то началось у нас с вами. Прежде всего у меня и в моей жизни. Когда-то вы совсем юному человеку поверили и отправили меня с этой земли в долгий путь. Мира вам и здоровья. Все остальное мы найдем, не найдем, как я часто говорю, купим. А здоровье не купишь. Мир вокруг, увидите, что делается. И нам стоит колоссальных усилий для того, чтобы сохранить этот мирный островок. Если мы будем заниматься своим делом, как я говорю, каждый своим делом, мы сохраним. Мы сделаем невероятное. В этой ситуации мы сохраним мир на этом земле. Когда вокруг все бурлит, шумит. Мы видим, что президент как раз ориентирует всех нас на то, что мир и порядок – это не есть что-то данное. Это каждодневная кропотливая работа, которая строится на понимании, что просто так ценность, богатство, состояние, благо, они не приходят. Приходят сами по себе, если вы у кого-то их забираете, да, как флибустьеры, как коллективный Запад. Он привык у кого-то что-то забрать. Мы же, белорусы, ни у кого ничего не забирали. У нас чужих колоний или там, других колоний в период нашего исторического становления никогда не было. Мы всегда свои богатства формировали, создавали самостоятельно. А и в этих условиях, естественно, мы и будем так дальше делать. Президент об этом говорит. Но это зависит в первую очередь от нас самих. Готовы ли мы дальше двигаться, дальше созидать, дальше совершенствоваться, улучшать себя, повышать уровень знаний, уровень духовного развития, культурного развития. Иначе нас очень быстро могут погрузить в состояние там, средневековья, лишить нас тех наработок, которые были сделаны в период советской власти, в период независимости Республики Беларусь, и в одночасье уничтожить и культурную составляющую, и духовную составляющую, и историческую составляющую, и превратить нас в некое, ну, пускай так броско будет сказано, но стадо. Вот они на Запад коллективно как раз и на это ориентируются, чтобы мы не могли четко, в первую очередь наша молодежь, осознать наши духовные корни, наши культурные корни, исторические. Когда мы их не осознаем, не чувствуем, естественно, нами очень легко будет манипулировать. И как раз про это президент и говорит. Нам надо очень глубоко, в первую очередь в молодежь, закреплять вот эти маркеры идентификации нас, белорусского народа.